Беларусь и Польша активизуют супрацовництво у деловой сферы на узровне регионов. Сегодня у бизнес-инкубатора у колодищах подвели выники проекта «Академия предпринимательства у сельской мясовости», а так само конкурсу «Тутейшая господарка». Как отзначили специалисты, зараз во всех жадающих есть махчимость перетворить свои хобби у стартапа, далее и у малый бизнес. Например, в Минском районе многие женщины осваивают азы рамёства у швачки и краўца. У гэтым им допомагают специалисты из польского города Беласток. Наогул мы не робим ставку на пэўныя виды деятельности. Наша основная задача – развивать прадпрымальніцкий розум и инициативу. И зараз мы сконцентрировались на рамёствах, для того, как вернуть у экономичное рэчышча гэтые старые традиционные виды деятельности, где как у белорусов, так и поляков шмат цікавага и корыстного. Буквально за одну базовую величину, заплатив в год, каждый гражданин Республики Беларусь может заниматься ремесленной деятельностью, создавать своим трудом продукцию и ее продавать. Наши выпускницы, те, кто прошел обучение на курсах, а это 76 женщин, у них есть возможность использовать интернет-платформу «Робим разом», которая представляет бесплатную возможность использовать ее как витрину для того, чтобы они могли размещать информацию о своих изделиях, информацию о себе. Сегодня на базе инкубатора малого предпринимательства у колодищах працует и технопарк. Сред новых компаний-резидентов так само и медицинский центр.